Друзья мои, всем привет! С вами канал Обзор Терапия, и пришло время для нового видео по распаковке посылок. Вот такая вот кучка у нас сегодня имеется, и давайте начнем их вскрывать. Итак, посылка номер раз. Тут написано, что это исчезающие чернила. Сейчас мы это дело сразу протестируем. В описании было написано, что их можно брызгать даже на одежду. Я, конечно, так рисковать не буду. Попробуем их протестировать на вот такой салфетке и листе бумаги. Опа! Проверим, как быстро они исчезнут. Постепенно, конечно, исчезает. Давайте подуем на них, чтобы они высохли быстрее. Посмотрите, на салфетке чернила полностью исчезли. Это офигенная штука. На бумаге они, конечно, еще есть, но я думаю, если брызгать на одежду или что-то подобное, то они исчезают за пару минут. Классная штука и стоила очень дешево, 76 центов. Ссылочка будет в описании. Переходим ко второй посылке. Так, это, я думаю, точилка для ножей. У меня уже была одна подобная в обзоре, но это немножко другой формы. И сейчас мы тоже затестируем, как она точит. У меня есть вот такой вот нож, не очень острый. Проверим на бумаге. Ну вот, как видите, не очень острый. Я думаю, вот эти резинки предполагают собой, чтобы их ставили на какую-то поверхность, и чтобы она не скользила. А мы попробуем поточить так. Так, нож мы поточили. Давайте посмотрим, как теперь режет. О! Ребята, он реально режет теперь, смотрите. Кстати, ребята, помните это пятно? Здесь были чернила, а теперь ничего нет. Чернила и вправду работают. Вернемся к точилке. Точилка стоила 1 доллар и прекрасно тоже работает. Ребята, если хотите, можете заказать. А мы переходим к следующей посылке. Это такая подарочная упаковка Пандора. Стоила такая упаковка чуть меньше 2 долларов. И я скажу вам, ребята, качество довольно хорошее. Блестит красиво и цвет красивый. Кстати, только сейчас заметил, что в пакетике был еще вот такой шнурок. Вот сюда можно продеть, и в принципе упаковка будет смотреться очень прилично. Вот так. В общем, переходим к следующим посылкам. Посылка у нас такая, написано, что стоит около 5 долларов. Сейчас мы посмотрим. Ага, вот они. Помните, ребята, у меня был такой зарядник для таких батарей, который стоил 1,5 доллара, но не было самих батарей. И вот они пришли, и сейчас же мы проверим, работает ли зарядник. Более того, до этого я заказывал еще вот такой пауэрбанк, но пауэрбанк без батарей. И я думаю, вот такие батарейки сюда должны подходить. Так, помещать. Смотрите, ребята, лампочка горит. Значит, работает как зарядник, так и батарея. Наконец мы переходим к последней посылке на сегодня. Да, ребята, я так и думал. Это подарочные упаковки для браслетов и всяких украшений. Я думаю, на всех должно быть написано Пандора. Один мы можем даже вскрыть и посмотреть. Вот так это все выглядит. Довольно красиво. Здесь написано «Пандора». На первый взгляд все выглядит красиво и аккуратно. Если у кого-нибудь идея создать собственный бизнес, то это явно для вас. Все ссылочки на эти товары я оставлю в описании. Там вы можете сами посмотреть, что и сколько стоит. На этом, друзья, наше видео подошло к концу. Вот такие посылочки у нас сегодня были. Кому видео понравилось, поставьте лайк и подпишитесь. А с вами был канал Обзор Терапии. Всем пока!